Чисто попугай. Кешка. Всех птичек внимание, не знаю, где их дели. Остался один попугай. Сидит тут в гараже, живет. Тут картошки куча всяких. Всякой. Это броский попугайчик. Его зовут Кеша. Чисто Кеша. Кеша, Кеша. Вот так вот. Мур-мур. А ты там знаешь? Да знаю, мы все это сделаем на водичке подлипа. Сильно поможет. Вроде ест. Съел, а ты вроде ест. А что, ты сначала коту, а потом съел? Раз котик съел, можно дегустировать. Да. Котик колбасу не ест. Так, котик, поделись впечатлениями. Как ты мясо? Скажи, мама, мясо как еще, тебе? Еще дай, скажи. Котик. Еще дай, он говорит. В общем, котику понравилось. Вот такой был первый стейк. Вроде неплохой.